Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мехс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарий. Сегодня, друзья, я хочу вам представить довольно такое необычное для меня, пожалуй, что видео, потому что я обычно специализируюсь просто на прохождении. Сейчас это что-то... Блин, я не хочу называть это гайдом, но это что-то типа гайда. Объясню почему. Мне очень часто пишут в личку группу ВКонтакте, ссылка, кстати, на нее есть в описании. Как ты зарабатываешь столько монет? Просто объясни, почему у тебя каждый видос 1,5 миллиона монет? Объясни, неужели ты донатишь или еще что-то? Ребят, сразу скажу, я доначу не особо-то много. А если доначу, я всегда вам об этом говорю. То есть это обычно либо на акции какие-то боксы покупаю, либо еще что-то. Но, в целом... Ой, смотрите, первое место! Ладно, что, на самом деле, любой человек, который набьет 1300 очков, станет на первое место. Вот, поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как лично я зарабатываю деньги, как я их трачу, и в том числе сегодня мы потратим тоже все эти 1,5 ляма, ребят. Они легко приходят, но они легко и уходят, как вы понимаете, вы сейчас видите, на что мы их потратим. Итак, есть несколько способов, изичных способов для того, чтобы зарабатывать деньги. Первый — это рейды. Ребят, я рекомендую проходить все рейды. Понятное дело, что вы не сможете, ну, в зависимости от вашей раскачки, пройти все 6. Чаще всего это 5. Некоторые люди даже только 4 пройти смогут, но это уже дополнительный приток деньжат в конце рейда особенно. Особенно токенсов. Токенсы — это вообще самое супер. Вот, поэтому я рекомендую проходить рейды, это очень важно. Второе по... Даже нет, пожалуй, первое по прибыльности, ребят, самое, что будет приносить огромное количество денег, это вот эти вот иногда появляющиеся порталы Gold Dungeon. Именно вот эти порталы приносят огромнейшее количество денег. Я сейчас вам покажу примерно, сколько принесет на таком легком уровне сложности. Ну а дальше вы уже чем больше будете проходить, тем больше денег он вам будет приносить. Сразу же скажу, что порталы появляются не особо часто, поэтому особо на них рассчитывать не нужно. Но если уж они появляются, обязательно их пройдите, ведь они принесут вам довольно немаленькое количество деньжат. Как видите, на легком уровне сложности пройти портал — это проще простого. Изи-изичного. Мне некоторые пишут в комментариях, почему ты часто говоришь слово изи. Вот, пожалуйста, проще простого. Вот, поэтому вы можете вообще не переживать. Чем дальше, тем сложнее. На среднем уровне сложности, я думаю, тоже большинство пройдут. Но для фулового уровня там уже потребуется более-менее нормальный. Сразу скажу, ребят, что обычные вот эти золотые порталы, они не такие сложные, как порталы для выбива какой-либо вещи. То есть есть несколько видов порталов, и в том числе вот мы можем понимать, что... Кстати, фигню сделал, ну ладно. Давайте все равно добьем. Мы можем понимать, что вот портал, который на деньжата, он самый простой, реально. Проще простой его пройдете. А вот порталы, которые на предмет какой-то, либо что-то такое, вы... Это факт. Это просто факт, потому что некоторые порталы на вещь я до сих пор не могу пройти на третьем уровне без воскрешения. А иногда даже с воскрешением. Это крайне тяжело. Надо собирать сборку чаще всего, подходящую под портал. Ну, короче, непростая эта вся вещь, непростая совсем. Что мы видим на золотом портале? Все изи. Просто изи. Да? Просто проходите в свое удовольствие, получаете за это нормальную сумму денег. Сейчас вам покажу какую. Как видите, все проходится на двойном... сохранение было. На двойной скорости, то есть вам здесь особо, опять же, запариваться не нужно. И еще очень важный момент, ребят, я обычно делаю... Просто включаю, я просто, ну, как бы, поскольку записываю видео, я автобой не включаю, но чаще всего я включаю автобой, и вы просто можете поставить либо смартфон свой, либо, вот смотрите, сейчас я вообще... То есть все делает автобой. Либо смартфон, либо комп, и спокойно пить чаек или смотреть ютубчик, мои видео, потому что на изи вы получаете хорошую сумму денег без вмешательства своего. Также очень неплохое, так скажем, источник дохода неплохой — это клан, ребят. Смотрите,
Открываем вкладку клана. Тут ссылка на Discord есть, но не обращайте внимания, ребят, уже ссылка истекла. Просто для тех, кто у нас в клане состоит, для тех есть возможность у меня в Дискорде со мной пообщаться. В общем-то, это достаточно эффективный вариант. Давайте я сейчас как раз-таки в онлайне постараюсь принять парочку человек. Все равно у нас места есть, почему бы этого не сделать? Вот тоже хороший челик берем тоже. Декилза, давайте посмотрим. Тоже нормальный робот, тоже принимаем. В принципе, места почти всегда я оставляю, ребят, хотя бы одно, чтобы смотреть, кто присоединяется, поэтому, пожалуйста. Вот, то есть, вот подарки, которые сыпятся с клана, это всегда приятно, это всегда хорошо, 20 тысяч монет с куста просто получить ни за что, это всегда здорово. Поэтому, почему бы и нет, ребят, это тоже довольно-таки выгодный вариант, плюс токен, что тоже очень важно. Но самый важный вариант, где можно заработать огромное количество денег, ребята, это компания. Сейчас я расскажу вариант для тех, кто уже хоть немножечко прокачан, да, хотя даже вообще если не прокачан, но хочет получать уже денежки. Это похвально, это нормально. Ребят, вы можете получать деньги за любое прохождение любого уровня. Как видите, вот здесь указаны награды. 1100 монет, 1000 монет, 1100, там, либо на сложном 1650, либо на безумном 2200. Но я не рекомендую проходить обычные уровни, они бесполезны. А вот такие уровни, ребята, это уже поинтереснее. Да, вы можете сказать, что типа лучше пройти там на два раза предыдущую миссию по 2200 получить два раза, чем один раз за те же энергию получить 3800. Но, ребят, во-первых, вы не учитываете то, что время-то тратится разное. Поэтому я рекомендую проходить именно боссов. За боссов вы всегда будете получать значительно больше, даже чем через предыдущий уровень. То есть, смотрите, здесь, например, вы получаете 1000 монет, а здесь уже 2600. А на безумном 5200. Лично я делаю вот так. Я открываю вот этот уровень. Безумный уровень сложности беру и ставлю автобой, ребят. У меня хватает вот примерно 6 заходов, ориентировочно. 6 заходов это 120 тысяч монет. Сами понимаете, 6 раз зашли, вышли, погуляли, поиграли, посмотрели YouTube, зашли снова, еще 6 заходов. Таким образом можно накопить лям без особых проблем. Также у меня сегодня здесь есть еще ящички. С них тоже можно получить определенные плюшки. Не, конечно, деньги, но тоже неплохо. Но их мы откроем попозже. Сейчас давайте займемся прокачкой. Все-таки у нас с вами 1 600 000 есть. Надо этот миллион осваивать потихонечку. И, наверное, пожалуй, что прокачиваться. Так, сразу трачу 2 эпических пауэр юнита, ребят. Но, сами понимаете, здесь это нужно сделать, потому что очень уж хочу я прокачать платинум плейтинг. Плюс 17 очков здоровья за 373 тысячи монет. Окей. Окей, друзья. 373 тысячи монет потрачено, и мы получаем максимальный уровень платинум плейтинга. Все, по хпшке мы с вами решили вопрос. Это меня уже радует. Теперь давайте создадим, наверное, еще парочку легендарок. А лучше даже не парочку, а побольше. Зачем? Объясняю. Во-первых, мне нужно освобождаться от эпиков. Эпики это самый часто встречающийся элемент этой игры, ребят. Потому что эпики падают абсолютно из любых ящиков в довольно больших количествах, поэтому надо стараться от них периодически избавляться. Одна легендарка, по сути, это 5 эпиков. Один, который мы прокачиваем, и 4, которые мы отдаем на прокачку. Поэтому рекомендую периодически от эпиков избавляться, даже если вам на мифик не надо ничего сейчас тратить, все равно, ну, как бы, лишним не будет. Это вот прям 100% вам даю гарантию. Вот так прокачиваем потихонечку, по 53 тысячи тратим, и 2 пауэр юнита полностью забафанных, либо 20 плюс 18, ребят. Один пауэр юнит на 20, второй на 18, этого хватает. Я трачу оба 20-х, потому что мне лень раскачивать до 18-го, мне проще до 20-го прокачать. Так, еще одна легендарочка. Неплохо, неплохо. Ну, уже у нас такой стак легендарочек неплохой. Продолжаем. И, наверное, флейминатор прокачаем, почему бы и нет. Снова 2 пауэр юнита. У нас на еще одну легендарку хватит. В общем-то, этого как раз-таки достаточно. Так, здесь отдаем так, так, так. В принципе, вообще особо не, даже не задумываемся особо о том, кого тратим, потому что, ребят, все основные элементы мы и так с вами уже прокачали. Поэтому то, что остались эпики, это в основном в своей основе, скажем так, бесполезные. Так, Dynamic Stompers. Снова тратим 2 пауэр юнита на максимум 53 тысячи. Готово.
То есть, видите, я решил объединить... Просто я что-то подумал о том, что я сказал вам, что сегодня буду рассказывать, как деньги зарабатывать, а по сути показываю прокачку. Конечно же, не только про деньги сегодня будет разговор, но и про вещи. Потому что без хороших вещей вы денег, ребят, не заработаете. Я думаю, что вы это понимаете. Так, Cooling Mass Booster. Давайте, наверное, прокачивать уже до... значится, так, Explosive Retreat хочу оставить пока что. Basalt Dissolver давайте отдаем. Flame Wave пока оставлю. Dynamic Boots отдаем. Это отдаем. Это отдаем. Ну и... А, все. Изи. Изи плюс еще один мифик модуль, ребят. Уже тот момент, когда мне реально важнее прокачивать мифик модули, чем что-либо еще. И еще 144 тысячи тратим, чтобы просто повысить охлаждение, потому что вначале прокачивать довольно просто, и за это дается хороший буст. Ну и давайте вот то, что у нас с вами осталось, мы тоже прокачаем до лек, потому что чё, в принципе, пылиться вещам, заодно у нас с вами, опять же, инвентарь освободится. Это очень важно, дорогие друзья. Так, Ронин легендарный, и вот эту вот штучку, такой чардж наш, мы тоже сейчас прокачаем до легендарочки. Давайте отдам сюда два крюка, даже один крюк отдам, один дрон. Видите, все по одному остается, я стараюсь не тратить прям все, ребят, вдруг мне когда-то пригодится, поэтому стараюсь хотя бы одну вещь каждого вида оставить. Все, плюс легендарный дрон, хорошо, инвентарь с вами почистили, теперь можно пооткрывать боксы, мое любимое. Здесь, ребята, боксы очень важны. Смотрите, фортун боксы, где добываются? Ребят, в этом как раз таки и плюс. Если вы зарабатываете в компании, фортун боксы очень хорошо падают с... этой миссии, по крайней мере. Это я вам точно говорю, потому что все Fortune Box я, по сути, зарабатываю здесь. Кстати, прежде чем начать, давайте мы еще с Титаном сразимся, а то я что-то про него забыл. Это тоже неплохой способ получать деньжата, ребят. Битвы с Титаном, набивать билеты. Я случайно автобой забыл включить. Красивый такой Титан, надо заметить, весьма неплохой. А, очень неплохой способ набивать деньги и токены в том числе. А, нет. Не токены, а вкладывать билеты, ребят. Это даже лучше, чем вот. Ладно, вы можете тоже покупать целый бокс всякой. Поэтому рекомендую. Эту вещь полезна. Так, ну, это не самый приятный титан. Вот, опять же, немножко подводит френтик брюд, но... Что нанесли, то, не, то нанесли. Неплохо. Сколько? Урона? Две... Ну, 3000 почти. Вот, вот. Идем дальше. Очень важно, ребят, чтобы вы понимали, чаще всего вообще не имеет значения, сколько урона вы наносите. Если вы наносите хоть сколько-то, если вы стараетесь, то это уже очень большой плюс клану вашему. Потому что если вы вообще не наносите урон, ваш урон приходится наносить кому-то другому, и это очень большая проблема. Поэтому не будьте такими на негативе, лучше... Опять френтик плюс подводит. Славенький, славенький. Так, здесь мне... Знаете что, я, наверное, не буду сейчас... Хотя нет. Я все-таки подпрыгну, ребят, сюда. Потому что я думаю, что Фрэнтик Блюд плюс дрон нанесет больше, чем Фрэнтик Блюд плюс Найтвик. Так, здесь у нас с вами примерно столько же, 3200 и последний бой. То есть, как видите, это все делается, по сути, исключительно ради урона. Причем, что важно, битвы с Титаном не отнимают энергию, ребят. То есть, по сути, вы ничего не теряете. Некоторое время тратить для того, чтобы все у вас было хорошо и у вашего драгоценного клана тоже. Напоминаю, у меня клан Чинаски Пауэр. Так, хорошо, наносим сюда еще, наносим сюда еще. Вообще нормально все, ни разу, к сожалению. К моему глубочайшему сожалению, но давайте еще. О, вот хотя бы один раз. Буквально вот два выстрела с Фрэнтик Блюд, это уже 1500, ребят. Именно хорошего выстрела, поэтому надо стараться. Все, с этим мы разобрались. Сразу меняю на основу. У вас всегда должны быть несколько стаков роботов, потому что это очень полезно. И начинаем открывать ящики. Сначала давайте откроем Fortune Box. Чаще всего мне здесь падает редкая карта, ребят, но посмотрим, что выпадет. О, опять редкая. Спасибо, спасибо. Это меня, конечно же, очень радует. Ну что, еще одна редкая или как? Да, эпик, эпик. Решили меня порадовать эпиком в этот раз. Немос, ну такой дрон ни о чем, но сойдет. А в этот раз у нас с вами еще эпик, нормально. Energy Mass Booster, ну, давайте премиум бокс, еще один эпик. Ничего нового. А здесь, ну давайте хотя бы одну легу-то мы с вами выбьем, нет? Нет, лучше редкая карта. Редкая карта лучше легендарки, ребят, вы все это знаете. В скобочках нет. А, здесь... О, о, о! О
почти легендарка уже выпала, но нет, к сожалению, 3 эпика и 2 редких карты, если я не ошибаюсь. Так, ребят, собственно, чего я хочу подвести какой итог? Рейды, кампания, особенно именно кампания с боссами, порталы. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, как заработок денег, это ареночка. Да, да, дорогие мои, арена. Так нами любимая, а некоторыми вообще нелюбимая. Дело в том, что на арене вы в первые 5 боев получаете по 10 тысяч монет. По сути, это 50 тысяч монет выигрышно, за выигрышные... хороший стак, кстати, можно даже победить здесь. За выигранные бои, поэтому, в общем-то, это очень неплохой результат. 50 тысяч монет получить — это всегда приятно. Для нас здорово, что мы оказались здесь. Он сейчас репульсов, скорее всего. Вообще решил по-другому пойти, ладно, я не против. Очевидно, что он будет стараться идти сейчас через ребят Фрэнтик Брюты. Скорее всего, репульсов плюс... хотя, может быть, сейчас дрон плюс аннигиляция будет, ребят. Да, скорее всего, дрон плюс аннигиляция. Стандарт, стандарт, ничего необычного. Но проблема в том, что у него здесь уже не остается хпшки. У него здесь остается один вариант. Слушайте, странно, почему у него прокачанные Фрэнтик Брюты? Ну, в данном случае это не Фрэнтики, это... А, да, Фрэнтик. Вот, но почему-то он решил с помощью них не играть. Странный типчик, но мы легко его побеждаем. 9-й ранг, в принципе, что там? О чем вообще париться? Вот, так, ходи, пожалуйста. Пожалуйста, ходи. Мне надо показать, сколько денег мы за тебя получим. В районе 10 тысяч. Примерно 10 тысяч. Так, здесь уже вообще не имеет значения, что мы будем делать. Ну, я режусь. Дэмэджа. Здесь наш второй робот его разносит, очевидно, но у него даже не фулл мифик, вы сами видите. Ну, эпик, это понятно, без вопросов. Все, вот таким вот образом, ребят, вы можете получить сколько монет? Смотрим, смотрим. Без бонус-прайза, без премиума мы получаем 10 тысяч, о чем я и говорю. Так, сегодня мы на арене не будем останавливаться, ребят, потому что и без этого есть чем заняться. Последнее, что я хочу вам показать, это достижение. За достижение вы не получите много монет. Всего вы получаете где-то 15 тысяч. Получается 5 за компании, 5 за ящики, по-моему, 4,5 за прокачку. Ну да, примерно 15 тысяч. Поэтому не рассчитывайте, что вы как-то сможете много чего получить, но дополнительно пятнашка никогда не повредит. Это я вам говорю со 100% вероятностью. Ну что, ребят, я думаю, что на сегодня мы будем с вами уже заканчивать. Видео получилось довольно длинное. Если вы хотите, чтобы я показал вам наглядно какие-то еще аспекты игры, в которых, по крайней мере, я сам разбираюсь, в чем-то я сам до сих пор и не разбираюсь, например, обязательно пишите в комментариях, пишите свои варианты заработка денег в комментариях также, а также лайкайте, подписывайтесь и ставьте, конечно же, колокольчики. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео. Я пойду пока проходить портал, чего и вам желаю. До скорой встречи и пока-пока.